каких-то серьезных исследований пока не проводилось. Да? И я думаю, что вряд ли будут проводить, потому что это достаточно сложный процесс. Ты уже не опросишь тех, кто уехал, не попросишь их заполнить какие-то анкетки, да, там, ответить на какие-то опросы. Поэтому только если по экспертной оценке, исходя из того, что происходило в компаниях, с которыми мы там общаемся, работаем вместе. Если говорить про IT-сферу, да, действительно, отъездов довольно много. Ребята, насколько я понимаю, разработчики, они довольно легко всегда принимали решение о том, что они будут работать куда-то, где-то. Если есть более интересные задачи или более интересный доход предлагают. С безопасниками немножко по-другому всегда было. Часто это выходцы из структур, да, из определенных. И для них это было неприемлемо, это как бы идеологически или просто по там, другим соображениям. Большинство специалистов все-таки обладают высоким уровнем ответственности, да, и понимают, что за ними стоят инфраструктуры компаний, за которые они отвечают. Я, собственно, к чему? Я знаю единичные случаи отъезда специалистов по ИБ в другие страны. И я видела людей, которые уехали в панике в момент объявления частичной мобилизации, но потом вернулись. И для меня это вот, ну, большой показатель. Я понимаю паническое состояние, да, когда у нас там неокортекс включается, и там беги, да, и все, и человек бежит. Но хорошо, что потом у него включается разум, он останавливается, думает, разговаривает там с тем, кто для них составляет какой-то определенный уровень доверия, да, и возвращается обратно. Вот. В этом, конечно, во всем большое спасибо еще и Минцифры, да, потому что открыто на весь там айтишный и бэшный мир было сказано о том, что Минцифра своих не бросит, постарается там поддержать, сделать так, чтобы не призывали, и действительно делала, и как бы люди, когда это увидели, доверие к регулятору выросло многократно. Я думаю, что есть, наверное, два момента, да, которые хочется сказать про форум «Магнитки». Ну, во-первых, это историческое место встречи представителей отрасли. Больше 10 лет уже представители отрасли встречаются и ждут там целый год, чтобы быть «Магнитка». Во-вторых, тема, которая сейчас призвана объединить представителей отрасли, она уже на данный момент существенно шире звучит, чем тема ранее, да, когда это был банковский форум. Вот. И мне кажется, что это даст возможность вовлекать в диалог там, представителей других отраслей, да, относящихся к КИИ. Это, наоборот, расширит для участников мероприятия тематики, которые они могли бы обсудить в ходе дискуссии на форуме, привлечет регуляторов не только банковских, но и, соответственно, остальных регуляторов нашей отрасли. Мне кажется, что есть вариант, что родятся новые темы для диалога, новые темы для дискуссии. Местоположение предполагает, что те представители отрасли, которые не всегда прилетают в Москву, ну, там, Дальний Восток, Сибирь, там, да, далеко лежащие регионы, которым иногда сложно действительно добраться, командировки и прочее, не все у нас с этим гладко, вот, проще добираются до Урала. Ну, и вот этот симбиоз даст, мне кажется, такой синергетический эффект от форума. Вот, территория, расширение тем, расширение участия, внимания регуляторов. Я рассчитываю на то, что это будет более интересно.